С 20 по 24 сентября во всех образовательных учреждениях муниципалитета проводится неделя безопасности. Главная цель проводимой акции – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Госавтоинспекторы проведут с детьми и родителями беседы о правилах дорожного движения и безопасном поведении на улице. Расскажут о законодательных нововведениях. Сотрудники ГИБДД напоминают взрослым: дети берут с вас пример, будьте для них достойным образцом.